Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, еще одна серия, как говорится, перед понедельником. Я именно хочу, ребят, чуть-чуть хотя бы набрать. Ну, давай попробуем перейти в Лигу Мастеров. Две звезды. Попробуем. Очень-очень надо мне. Так, тут откат еще. Ой. Ладно, сделаем с тобой немножко хитрее. Мы будем сейчас с тобой брать по откату одного Армагона. Подожди, посмотрим. Я вот просто не помню, Майки будет быстрее все-таки, чем Армагон действовать вот этот вот. Нет, не быстрее. На-ка. Да ладно. Твою-то. Ё-моёшечки, давай защиту, срочно. Блин, вот тебе и фокус-покус, хиляй. Хиляй, Донни, хиляй всех. Тут надо, извините меня, ушатывать Майки. Сами понимаете, почему. Если он сейчас поставит уклонение, мы задолбаемся обвалить их. Ну, споткнись. Тюн-тюн-тюн-тюн-тюн-тюн, бежит. На. Так, хильнемся, наверное, еще немножечко. Ты видишь, даже не успел, ребята, все откатиться. Прошло времени нормально. Я играл когда? Днем. И до сих пор не откатилось. Все юниты даже не успели, как говорится, по откаточке бомбануть. Но, тем не менее. Так, 51-я позиция. 16-22. Ну что, я попробую, да, действительно, ребят, на одном Армагоне пока отыграть. Сколько смогу. Насколько хватит? 44 отката. Самое-то обидно, что как бы нам по 2 телепорта не пришлось тратить. А нам, скорее всего, придется, как только 72-й, 74-й уровень появится на горизонте наших юнитов, наших бойцов, наших противников. Там уже Армагон один справляться не будет. И придется уже тратить 2 отката. Ну ладно, фиг с ним, будем тратить. Главное, чтобы были ресурсы. Кого можно было с собой взять? О, 17-23, слушай, шикардос. Уровень какой? 72, 71, 75. Ну давай вот так вот попробуем взять. Нет. Не будем брать слишком слабых. Слишком слабых, ну нет смысла, друзья. Я сейчас возьму. Любая маленькая, малейшенькая ошибка, и все, ребята, нас тут будут чекрыжить, поэтому возьмем на уровне наших бойцов. Так, Донни в разнос. Так, готов парень. А здесь? Есть. Ну, слушай, нормально получилось. Но опять же, потому что мы практически на уровне взяли. Если бы мы взяли бы ту команду, которую я изначально хотел, я думаю, мы получили бы здесь люлей бы. И довольно прикольных люлей. Так, ну что, давай возьмем Армагушу. Раз, два, три, четыре. Ну, вот так вот пока будем. А там уже, если будут остатки, уже можно будет отыграть через сдвоечку, мне кажется, да? Так, сейчас посмотрим. О, ох, как шикарно, ребят. Плевок. На. Упал. А это что там такое за стул с картиной с какой-то? Интересно. Возле помойки какой-то дрались. Непонятный. Так, 22-я позиция. Чует сердце мое, ребят, что завтра я приду с работы и все-таки меня сбросят с этого пьедестала. Как бы я сейчас, конечно, не старался бы забраться, мне кажется, меня скинут, хотя я этого очень сильно не хочу. До 3 звездочек, конечно, я добежать не смогу. Упс. Что-то пошло не так. Давай, Карай, выручай. Красавица ты моя. Да, Карайка заслуживает, мне кажется, прокачки до 100 уровня. Несмотря на то, что она хоть, ребята, и ватная, но инициатива. Да, очень много решает, что инициатива. Так, 12 ранг. 17-23, есть. Так, там у нас, я смотрю, Хан притулился. Но здесь уже придется, ребят, двоих брать. Здесь придется брать двоих и, ко всему прочему, раз, два, три. Вот так вот.
Можно было бы, конечно, объединить две серии, но та серия уже полетела, ребят, на загрузку. Так что... Ну, будет две серии вместо одной. Я же не думал, что я за сегодня успею еще немножечко поиграть. Как бы было в планах, но видишь, не был я уверен, что получится. А сейчас получилось, как бы время, резервик, так сказать, нашелся. И вот, играю. Да что ты будешь делать? Я думал, сейчас залетим с тобой. Угу, залетели. Залетели, да не туда, куда надо. Давай, Армагон, плюс не надо мне Дони. Шреддер возьмем. Шреддер плюс Армагон, ну это, ребят, такая парочка, против которой лучше не выступать вообще никому. Это смерть. Отряд смерти, можно так назвать, потому что он вырубает всех. Давай, бумкни, пожалуйста, Армагон, бумкни. Вы пишите, ребята, что вот комментарии, ну, типа, открылись. Нет, ребята, они открываются буквально там час, два, три, могут полдня, а потом почему-то они в ручном режиме проверяют мой канал и сразу же начинают отключать комментарии. Под предлогом, что это детский контент и в нем нельзя отписываться, там, какие-то предложения делать, нельзя показывать рекламу, в общем, полнейшая бредятина. Я уже апелляцию давал, писал, почему вы сделали так, что это типа детский контент, что взрослые люди не могут смотреть, типа. Они мне в ответ написали, если типа будет систематически это все повторяться, мы можем блокировать вас, ваш канал. Зашибись. Что будет периодически повторяться? Что я буду выкладывать видосик свой и писать, что это не детский контент? Вот в этом вы хотите меня наказать? Я не понимаю. Что у них там в голове, что они там творят, что они там чудят. Трэш. Бесполезно с ними там разговаривать. Так, ладно, возьмем Армагона. Возьмем, опять же, Супер Шреддера. Раз, два, три. Слушай, ну таким макаром я даже думаю, что мы можем добраться до Лиги Мастеров. Можем добраться, как думаешь? Ну, до Лиги Мастеров, высшей лиги, я имею в виду. Да, нет, до топчика вряд ли. Какой там топчик? Топчик. Нет, до топа нет. Ну, до трех звезд, наверное, все-таки сможем. Но только уровень там будет, знаешь, буквально там 99-й, 100-й, что-нибудь типа того, скорее всего. И фиговую тучу телепортов мы с тобой на это отправим. А с другой стороны, да и фиг с ним. Куда нам эти телепорты? Что, солить, что ли, да? Они не телепорты, а откаты. Они, в принципе, для этого и предназначены, чтобы их тратить. Тратить на свои нужды. Так что, ребят, я их трачу на свои нужды. И будет прикольно, если... Когда у нас? В понедельник, да? Но если я в понедельник приду после работы и будет сил сыграть у меня, бустануться, типа бустануться в 11 часов вечера, бустануться. Ну, поиграть, одним словом. И будет прикольно, если меня не скинут, и я останусь в Лиге Мастеров 3 звезды. Но это большая, ребят, как сказать-то, не то, что это большая, это вообще, это мизерный шанс, что такое будет. Просто милипусинский. Но помечтать, в принципе, не помешает. Надеяться на лучшее, да? Так, ну что, давай вертушку сделаем с тобой. И, в принципе, эта вражеская команда отдыхает. Замечательно. Ну, а мы потихоньку, полегоньку будем продвигаться дальше. С 69-го места мы перемещаемся на 60-й. То есть, ну, просто 9 ступенек, ребят, тупо пролетели. Тупо 9 ступенек. Хотелось бы, естественно, проходить где-то, ну, не меньше 10. Вот, оптимал было бы не меньше 10 ступеней за один поединок. Больше лучше, но меньше это уже плохо. Потому что, опа. Ну, подожди, а какой уровень-то у Майки? Что он начал, он быстрее стал ходить, даже быстрее, чем у Армагон. Фи. Странно. Даже если возьмем мы 75 уровень, 76, он переплюнул 100-го Армагона.
Замечательно. Ну давайте платежок мне. 52, 8 ступенек, ребят. Вообще 8 ступенек всего лишь пролетели. Да, никуда это не годится. Никудашеньки это не годится. Так, 3 черепашки космос плюс Армагон. Довольно прикольно смотрится, ребят. 3 черепашки космос, да? И Армагон. Там еще какого-нибудь космонавта им. А тут не хватает кого у нас? Так, Майки, Лео. Не хватает Донателло. А вместо Крэнга Донателло, и было бы вообще прикольно. Космические чуваки. Так, погоди. Ой-ой-ой. А... Постой, а кто нанес урон моей команде? А что они все покоцанные-то? Что-то я заговорился и просмотрел вспышку эту. Кто по мне так звезданул? Очень интересно. Так, 45-я позиция, ребят. 45-е место. Угу. Ну давай, опять же возьмем Армагона. Опять же возьмем Супер Шреддера. Раз, два, три. По три, если брать. Но я думаю, еще поединков 5-6 будет. Ну да, мы с тобой перейдем на Лигу Мастеров 3 звезды. Но без продуктивного, так сказать, без продуктивной задержки. То есть у нас не будет с тобой 70-50 уровня. Самое начальное, это получается то время, пока я буду отсутствовать. Скинут 100%. 100% скинут. Если бы где-то было бы 70-50 позиция, был бы еще шанс удержаться. Нет, ну можно еще в принципе перед работой, да? В 4 часа утра встать и немножко поиграть. Но опять же, в 4 утра у меня сейчас почти 12 часов. Не успеет откат произойти. То есть они еще не успеют откатиться. А тратить, извини меня, откаты? Нет смысла на это все. Да и у меня их не так уж и много осталось. Так. Майки сходил первым. Я это учел. Давай, Крэнк, жарь. Нормально. Распластались супостатики. Ну, только не надо вылетать, пожалуйста. Игра, давай, не дуркуй, прогружайся побыстрее. Мне некогда сейчас перезагружаться по 3 раза, а? Отлично, успела прогрузиться. 29 место, да ну. Всего лишь 29 место. Раз, два, три. 29 плюс, например, 9 будет. Где-то 4 поединка еще нужно сыграть, и мы уже будем в норм лиги. В самой топовой лиге. Так. Ну что, валунчиком сверху их нахлобучим? Вот как-то так. Вот как-то так. И никак иначе. Бомбанули, нормально. Так, ну что, 20-ку дадите мне? Да, конечно, вот хоть немножко, но надо зажопить, да? Хоть один кубок, но надо вот все-таки притырить у меня. Так, нет, лучше возьмем Шреддера. Раз, два, три. Прикинь, у меня было 44 отката, когда мы с тобой зашли в игру. На данный момент у меня уже осталось 15. 15, друзья мои. То есть они тратятся просто как вода. Сквозь пальцы эти откаты улетают. С офигенной скоростью. Ну, 9-я позиция. Ну, отлично, хотя бы 9-я. Так, давай возьмем, наверное, опять же Армагона плюс Супер Шреддера. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть 3 поединка еще, да? 3 поединка. Один поединок мы с тобой скидываем на то, что мы переходим сейчас на новый ранг. И 2 поединка на то, что взять
80-ю позицию, наверное, это максимум, что можно успеть, да? 80-я позиция. И 99-я позиция, отлично. Ну что, поехали, последние, ребята, поединки у нас начинаются. Раз, два. Ну, я зато 100% тебе гарантию даю, что мы, даже если здесь не останемся в Лиге Мастеров 3 звезды, то в Лиге Мастеров 2 звездочки, это мы с тобой точно закончим эту неделю. 100%. Нас на одну звездочную лигу никто не скинет. Просто не посмеет, и у них силенок не хватит. Подавится нас толкать. Так что вот так вот. Ну и, видимо, последний бой у нас. Так, 89-е. Ну да, 80-е место, скорее всего, у нас так и... Тихо, не надо. Майки не хочу, если тут... Терки всякие наводить. Давай без него, без Микеланджело. Раз, два, три. Слушай, можно еще. Я еще, наверное, ребята, сделаю все-таки один поединок. Два персонажа у нас там осталось, как говорится, не в удел. Два, не один. Ради двух можно. Можно еще, как говорится, замрачнуться, да? Вот. И отыграть их. Ну, давай. Так, 80-е, давай мне место. О, 79-е. Так, поехали. Возьмем Армагона, Супер Шреддера и возьмем Усаги. Раз, два. Вот все. Ну, по логике вещей должен ходить первым Усаги, потом Супер Шреддер, хотя тут у них команда тоже такая. Из Микеланджело состоящих. Опа. Так, один упал. По-моему, сейчас добьет все-таки их Супер Шреддер. Хе. Изично получилось. Изично и прикольно. Ну вот, ребят, 6 откатов всего лишь осталось. 70-я позиция. Ну, в принципе, ребят, я доволен. Я доволен 70-й позицией. Конечно, хотелось бы 50-ю, но... Я вообще удивлен, что мы с тобой хотя бы так добрались. А в остальном я больше ничего сделать не смогу. У меня 26 тысяч мутагена, а нам нужно... 30. И я думаю, что завтра он получит у нас 98 уровень уже. А, да, скорее всего, так оно и будет. Ну что, ребятушки... А на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!